Йогурт является кисломолочным продуктом, вырабатываемым на основе нормализованного молока с сахаром, наполнителями, ароматизаторами и загустителями, стабилизаторами и другими ингредиентами. По виду йогурт – это сметанообразная масса, иногда с добавлением ягод и фруктов. Цвет йогурта белый или в зависимости от добавленного сиропа. Йогурты производят двумя способами – резервуарным и термостатным. Причем плодово-ягодные йогурты вырабатываются исключительно термостатным. Резервуарный включает подготовку сырья, нормализацию, очистку, гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение и заквашивание, внесение наполнителей, сквашивание, перемешивание, охлаждение, разлив и упаковку. Основное сырье должно быть высококачественным. Сырое молоко проходит несколько этапов обработки. Жирность йогурта разная, от 1,1 до 3,5%. При изготовлении обезжиренного йогурта применяется больше сухих веществ. Технологическая линия для производства йогуртов имеет производительность от 12 до 15 тысяч стаканчиков за 9-часовую смену. Потребление воды 12 кубов в смену. Линия размещается на площади 150-200 квадратных метров. Под склады необходимо арендовать еще 50-80 квадратных метров. Холодное хранение обеспечивается в помещении 6 на 2,5 метра. Стоимость оборудования обойдется от 30 до 65 тысяч долларов. На небольшом производстве потребуется техник, электрик и 6 рабочих. На большом производстве в смену работают 30 человек. Несмотря на всесезонность йогурта, летом уровень продаж падает. Основная причина порчи йогуртов летом – это несоблюдение температурного режима, условий транспортировки и хранения в торговых предприятиях. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.